Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, դուք միացում հաղորդաշարն եք լսում կամ դիտում եւ լսում եք մեզ կամ Երևանում FM 106 եւ 5 հաճախականությամբ, կամ Արցախում Ստեփանակերտում FM 102 եւ 3 լրատվական ռադիոյի եւ Արցախի հանրային ռադիոյի կապուղիներով, տաղավարում Երևանից ձեզ համար աշխատում է Դավիթ Խումարյանը, Ստեփանակերտից հանրային ռադիոյի տնորեն Տաթև Խաչատրյանը։ Տաթև, ողջույն, լսում ես մեզ։ Բարև ձեզ, հարգելի Դավիթ, բարև ձեզ, պարոն Իսկանդարյան։ Այսօր հյուրընկալել ենք Կովկասի ինստիտուտի տնորեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տաթև, քո թույլ տվությամբ ես սկսեմ։ Իհարկե։ Երեք վերադարձավ եւս 5 ռազմագերի, պարոն Իսկանդարյան։ Ինչի են իրանք մաս-մաս գալի, էքսպերտային համայնքում խոսակցություն կա, որ Ալիևը սա որպես գործիք է օգտագործում ճնշումների համար։ Էլ ինչ տեղ կա ճնշելու ու արդյոք դա արդյունավետ գործիք է։ Ալիևը отрабатывает победу. Победу военную, да, я имею в виду. Он отрабатывает её на разных фронтах. Фронтах в переносном смысле, да, это давление на Армению разного рода, это попытка оформить эту победу документально, то есть создать некоторые препятствия, ну, например, для передвижения в Арцах и обратно, ну, например, для всяких там дорог, железных дорог по Армении и так далее. В частности, он отрабатывает эту победу на внутреннем азербайджанском рынке, политическом рынке, да. Почему я так говорю? Потому что некоторые из тех вещей, которые делают азербайджанцы, им явно не нужны. Некоторые там квадратные метры или там, я не знаю, квадратные километры где-нибудь, где они их занимают, это не очень удобно и не имеет ни военного, ни политического смысла. И держать заложников, держать военнопленных тоже, в общем, не имеет ни военного, ни политического смысла. Но, тем не менее, они это делают. Ну, надо понимать, надо войти в положение. Да, это нация, которая 26 лет чувствовала себя фрустрированной, униженной. Это нация со специфической политической культурой. Мы видели, что творилось во время войны. Да? Это нация с тем руководством, которое есть у нее. Я, например, думаю, что если бы во главе Азербайджана был отец, а не сын Алиев, то это вряд ли происходило бы. Отец в этом смысле был другим человеком. Да? С немножко другими привычками, скажем так. А тут, найти больные места у армян обоих, и карабахских, и Республики Армения. И на эти больные места давить, на эти больные места тыкать в эти больные места. Какие самые больные места у армян? Это люди пленные, и это территории. То есть даже символически, даже в том, что касается, повторюсь, того, что иногда им не нужно, пытаться армян раздражать, таким образом вызывая то, ради чего в основном война и шла. Такое вот отношение к господину Алиеву, которое сейчас есть в Азербайджане и даже в азербайджанской диаспоре за рубежом. Алиев продлил себе президентство, я не знаю, сколько бы оно было бы, но он его продлил, надолго продлил, на поколение, скажем так, да, если у них будет более-менее все благополучно. И вот для того, чтобы это делать, нужно каким-то образом раздражать, нужно каким-то образом унижать, и таких много на самом деле примеров вещей в речах, в выступлениях, в том, что касается церквей там, и так далее, и так далее. Много архитектуры и прочего. Но это самые, наверное, больные для армян места, поэтому и делают. Ոնց է կարծում, ինքը նպատակ ունի հայկական ներքաղաքական կյանք մտնել, թե այդ ուղակի բոնուս է, որը որ գալիս է ներքին լսարանը բավարարելու համար? Ему, конечно, Армения нужна как можно более слабой. Это разные цели, между прочим. То, что вот я до этого говорил, это не попытка влиять на Армению. Это попытка, повторюсь, выбирать бонусы из войны. Да? А то, что вы спрашиваете, это в дальнейшем для того, чтобы развивать что-то, ну, проблема развивать свой успех, да, я имею в виду. Проблема же Карабаха, как была, так она и есть, она же никуда не делась для Азербайджана, что бы там ни говорил Алиев. Проблема
взаимодействия там с Турцией, проблемы с Россией и так далее. Все это есть, все эти проблемы никуда не делись. И чем менее Армения и сам Арцах способны на субъектность, на серьезную политику, на попытку каким-то образом отвечать на эти вызовы, тем лучше для Азербайджана. Татев? Լսում եմ ձեզ, պարոն Իսկանդարյան, այ ինձ հետաքրքիր ավելի շատ, որ խոսում եք, դուք պաստորեն ձեր խոսքում, ձեր պատասխանում համաձայնեցիք Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի հետ, որ նա իր հարցազրույցում ասաց, որ եթե հայրը ողջ լիներ, կձգեր որդու ականջներից, եթե չեմ սխալվում, մոտավոր այս կերպ էր նրա ձևակերպումը. Ինչն է անում Ալիև կրտսերը, որ Չերանի Ալիև ավակը, այսինքն պատերազմի կգնար, եթե խոսում ենք պատկերավոր. Нет, я во-первых, не очень точно помню, что говорил господин Кочарян, во-вторых, я имею в виду все-таки то, что я сказал, да, что вот раздражать армян Алиев-старший вряд ли стал бы. По крайней мере, когда он был президентом Азербайджана, при том, что он использовал внутри Азербайджана, ему нужно было тоже, причем остро нужно было, когда он приходил к власти, уже не так, как сын приходил к власти. Он не по наследству ее получил, он ее добивался. Ему нужно было быть популярным. Но, например, развивать вот такие несусветные формы этнической армянофобии, он не делал этого. Не так это было. Вот те дискурсы, который начали развиваться уже во время Алиева сына, они были другие. Так Алиев не делал. Что была бы война или нет при Алиеве старшем? С большой вероятностью была бы. Потому что мы не можем сказать, что эта война – это результат двухлетней или трехлетней или там пятилетней подготовки. Готовиться эта война начала, ну, наверное, где-нибудь в середине, в конце 90-х, с нефтяных контрактов, с попытками начала собирания государства азербайджанского, с избавлением от той турбулентности, которую там было, вспомним Талышистан и Гумбатова, и того, что творилось на севере, и того, что творилось внутри Азербайджана. То есть централизация, создание армии, закупка вооружений, получение денег. Это все давным-давно началось. И ждали удобного момента. Ждали того момента, который позволит сделать то, к чему они готовились очень давно. Этого момента могло бы не быть. В принципе, да, но он случился. Случился коронавирус, случился Трамп и все, что вокруг него творится в Америке. Случилось то, что Россия медленно теряет интерес к постсоветскому пространству, и тоже коронавирус. Случился Эрдоган со своей очень специфической политикой и готовностью на резкие шаги, которого раньше при Алиеве, там, при Демирелле такое представить невозможно было. И так далее. Вот эти изменения, они привели к возможности войны. Ну, такие предсказания делать в принципе, не очень прилично, но если бы все эти условия были, и была бы война начинается тогда, когда есть какая-то, ну, более чем 50% уверенность, а иногда более чем 70% уверенность в том, что возможно победить. У руководителя Азербайджана, неважно, кто он, как его зовут, отец или сын, такая уверенность появилась в какой-то момент, и этот один момент отработали. И отработал бы, наверное, и Алиев-старший. В конце концов, он это делал, он ведь воевал, когда полагал, что можно попробовать что-то сделать. Но вот что, победив, он бы не поступил, вот мне кажется, ну, так, может быть, не очень правильно говорить, но я себе позволю, да, что с его точки зрения, может быть, правильным поведением было бы наоборот попробовать что-нибудь дать армянам, по крайней мере, на уровне слов. По крайней мере, на уровне там отдать пленных, я не знаю, не пытаться. Алиев ведь младший, он воспринимает унижение Армении как цель специально, он это говорил.
Он это просто проговорил, он сказал, что я хотел, буквально почти, да, ну, не дословно, но буквально, я хотел, чтобы договор, это соглашение подписывалось очно, ну, онлайн, конечно, но чтобы вот Пашинян, как гитлеровцы, так вот сказал, когда они проигрывали Вторую мировую войну, чтобы это было обставлено как подписание капитуляции. А потом меня Путин уговорил, и я решил, что Пашинян, и тут самые важные слова, да, на мой взгляд, Пашинян и так достаточно унижен, можно этого не делать. Вот унижение Пашиняна он видит как осознанную цель. Мне кажется, Алиев старший, зачем нужно унижать Пашиняна, если ты победил в войне, победил, слава богу. Но вот так устроен современный азербайджанский режим, ну, такой он. Պարոն Իսկանդարյան, տեսեք, 2000 թվականից նավթային առաջին իսկ գործարքներից այլևս պարզ էր, որ այս մարդիկ պատրաստվում են պատերազմի։ Մենք որ պատերազմի չէինք պատրաստվում, էդ էլ էր հասկանալի, բայց ինչի էինք մենք պատրաստվում, այսինքն 2000 թվականից 20 տարի է անցել, 20 տարվա ընթացքում արդյոք Հայաստանը, Արցախը ներառյալ, ուներ ինչ-որ միասնական կետ, որտեղ որ գնում էր, ուր էին մեզ տանում մեր իշխանությունները։ Мы тут несколько обстоятельств, это очень трудно мне сказать коротко, тезисно, да, в рамках отпущенного нам времени, но я попробую. Во-первых, военные готовили, как всегда, есть классическая формула, да, что военные готовятся к прошлой войне. Военные готовились к прошлой войне. Таких примеров в мировой истории миллион. Всякие там полулегенды про то, как Будённый кидался с шашкой на танки, всякое задействование кавалерии в Первой мировой войне, много этого всего. К той войне, которая была сейчас, армия не была готова, она почти до конца прошла совершенствование армии в советском, в рамках советской логики, советского варианта развития этой армии. А Азербайджан в силу наличия Турции делал по-другому. Стоит сделать это, я это делал, сидеть и смотреть биографии азербайджанских военачальников, которые воевали в этой войне, да и в 16-м году тоже. Практически все они получили образование в Турции. А Турция, между прочим, это НАТО. Уж с точки зрения образования точно, да. То есть военные готовились к прошлой войне. Во-вторых, шапка закидательства. В Армении была чуть ли не общепринятой точка зрения, что азербайджанцы воевать не смогут. Не были пройдены, не было отисследовано, не были пройдены уроки, а почему так случилось в 1991-1994 году, а что, собственно говоря, так, там произошло, и какие изменения в Азербайджане проходят сейчас. В-третьих, то есть это уже речь о общественных настроениях. Типа, а что с ними воевать? Будет война, мы еще территории завоюем. Да? Третье – это ошибки политиков. Политики, которые переоценивали возможность политических, дипломатических методов недопущения войны. То есть то, что мы добьемся чего-то политически. Чего-то уже вопрос второй – затягивание бесконечного. То, что называется митис, да, вот не отдадим ни вершка земли, вот это вот было, или мы затянем до бесконечности, или мы добьемся в конце концов того решения, которое нам выгодно, что-то отдадим, но нам останется, но не довели, и так далее. Это ошибки уже, собственно, политического руководства. Ошибки моих коллег, аналитиков. Я, например, да, очень много думал, я не предвидел этой войны. Я предвидел очень серьезный, и говорил об этом, предвидел очень серьезные обострения, все эскалации, что-нибудь апрельского размера, апрель 16 года я имею в виду, это мне было понятно. Но что будет война такого масштаба, я вот, признаюсь, не видел. И я после того, как это случилось, я сидел и думал, почему так случилось, да, почему я не мог это предвидеть, и почти никто из моих коллег. И понял, как мне кажется, да. Дело в том, что специалисты по постсоветскому пространству и специалисты по Ближнему Востоку разделены. Тот информационный фон, та методология, та теория, те знания, которые у меня есть,
они касаются постсоветского пространства, а к тому, что говорят тюркологи или там иронисты, специалисты по Ближнему Востоку, я отношусь как потребитель, я не могу за этим так следить, как могут они. И наоборот, они что-то говорят, я не верю, я что-то говорю, они не верю. А тут без фактора Турции эта война была бы невозможна. И то, что Турция участвовала, сыграла ключевую роль. Повторю, я не повторюсь, а скажу обязательно, потому что это нужно говорить. Вот эти бесконечные разговоры о том, что мы воевали с Турцией, а не с Азербайджаном, я к этому отношусь скептически. Мы воевали с Азербайджаном, и воевал с нами Азербайджан. Но без того участия, прямого участия Турции в этом конфликте, он таким не мог бы... Барон Искандерян, стэх, ете туль так ми покер порцем вичел дзэс эт, а? Ес картацел эм а Коммерсант Терти хотвацэ, որտեղ որ հստակ կար 3 թուրք գեներալի անուն ազգանուն, որոնք ղեկավարում էին մարտերը, կար 50-ից ավելի անոթաչույի օպերատորներ, որոնք որ թուրք էին, այսինքն մեծ հաշվով միջինից բարձր խավի գործողությունները թուրքական բանակի սպաներն էին իրականացնում։ Այդ դեպքում, երբ մենք ասում ենք, որ մենք կռվում էինք Ադրբեջանի կամ չգիտեմ, կապչունի որ երկրի հետ, հա, ես կարծում եմ, ով հրամանատարում է գործողությունները, այսինքն ով ղեկավարում է գործողությունները, իսկ փաստացի ստեյթ նյութի, չգիտեմ ինչքանով արժանահավատ այդ նյութը։ Խոսքը 3 թուրք գեներալի մասին էր, վստահ եմ կարդացել եք այդ նյութը Կոմերսանտի։ Не только это прочел. Нет, давайте тогда определимся с дефинициями. Воюет тот, кто воюет, а не тот, кто только кто командует. Да, конечно, все, что вы перечислили, это правда. Больше того, там правда на самом деле. Mm-hmm. Да? Начиная от Байрагдаров и кончая F-16, да, которые сложнее там думать, что и как, но в общем там и генералы, и обучение, и, судя по всему, командование было у азербайджанской армии, у азербайджанских генералов, по крайней мере, в некоторые моменты просто отнято. Там, ну, в штабе Пейтин, а мы отстраняли. Но, повторюсь, это вопрос к тому, как относиться. Но воевала с нами азербайджанская армия. С помощью экспертов, с помощью генералов, с помощью вооружения, с помощью там чего угодно, с помощью денег, которые Азербайджан заработал, продав нефть, но воевала с нами азербайджанская армия. Она воевала, Турция тоже. Ну да, вот так, наверное, правильно. Не турецкая армия, а Турция тоже принимала, повторюсь, прямое участие в этой войне. Но говорить таким образом, что на Карабах напала Турция, а не Азербайджан, я не стал бы. Но неважно, вопрос терминов, повторюсь, без Турции эта война в таком виде была бы невозможной. Просто была бы невозможна. Она бы не случилась, если бы Турция вот в таком виде не поддержала Азербайджан. Ну, мы говорим о войнах, которые начинаются рационально. Бывают войны, которые начинаются иррационально. Ну, бывают состояния внутри страны. Вы знаете, когда я начал понимать, что война возможна? Я начал это понимать после Тавуша. Даже не после конкретно того, что случилось в Тавуше, а после того, как я увидел по онлайн ролик про то, как врываются азербайджанцы, протестующие в Баку, врываются в парламент. Вот в этот момент я понял, что Алиеву нужно что-то делать, чтобы вот с этим справиться. И этим что-то могла быть война. Татев? Ձեր թույլտվության բայով վերադառնամ Դավիթի հարցին, որ 20 տարի չեն մտածել ապագայի մասին։ Այ հիմա ով է մտածում ապագայի մասին։ Ես խոսեմ Արցախի ապագայի մասին, որ չի խոսվում ընդհանրապես։ Միակ բանը, որ հնչում է բոլորի շուրթերից ու բոլորն այս հարցում միակարծիք են, որ մեզ մնացած հատվածը պետք է մնա հայկական, հայերով բնակեցված, որ հնարավոր լինի ընդհանրապես խոսել ապագայից։ Դուք ինչ ապագա եք կանխորոշում քաղաքական տեսանկյունից Արցախին։ Почти никто сейчас об этом не думает.
Точнее, думают, наверное, очень много людей сидит у себя дома, но в смысле институциональном государство и Арцах, и Армения заняты другими вещами. В науке эта ситуация называется аномия, когда старая норма умерла, а новая еще не родилась. Мы находимся внутри этой аномии. Для того, чтобы выработались новые правила, стало понятно вообще, где мы находимся. От чисто технического, ну, например, в Арцахе, да, очень легко объяснить это любому арцахцу, где проходит каждый метр границы, где по какому селу проходит, где стоят миротворцы или не стоят, какие работают правила, кто куда может ехать, кто куда не может ехать, каким образом ты функционируешь, начиная от местной власти, там, я знаю, водопровода до Министерства иностранных дел. Что существует, что не существует. Я не говорю плохо или хорошо, я говорю определиться, понять правила игры. В Армении то же самое, да. Опять же, где гарантия безопасности, кто ее проводит, как это называется, где преграда азербайджанцам, есть ли это преграда и так далее. Для того, чтобы определиться с этим, нужны разные вещи. Во-первых, нужно время. Я думаю, что полгода, больше, до года, может быть, я не знаю, будет вот ситуация аномии, в которой определяется, где мы вообще находимся. Второе, что я думаю, знаете, извините за исторический экскурс, я очень коротко, да, после каждой большой войны обычно бывает какой-нибудь конгресс, какой-нибудь договор. После наполеоновских войн был Венский конгресс, после 30-летней войны Вестфальский, после, я не знаю, Первой мировой Версальский, после Второй мировой Ялта-Потсдам. То есть договор, когда люди садятся и решают, мы теперь будем жить вот так. Вот у нас война прошла, а вот Версальского или там, я не знаю, Потсдама не было. Он идет прямо сейчас. Он будет протяженный. И мы во времени будем определяться каким-то образом, где мы вообще находимся, где Арцах, что это такое, с чем мы имеем дело и так далее. И последнее, что я скажу, не самое веселое. Субъекты надо построить, субъектов нет. В этом Версале, условно, в кавычках Версале, участвует Россия, участвует Турция, участвует Азербайджан. Опосредованно, наверное, каким-то образом участвуют Иран и такой обобщенный Запад. И в нем, ну, Армения и Арцах, конечно, есть в каком-то виде, но у нас очень мало карт на руках. Мы, садясь за этот стол, нам нечего на него положить, на этот стол. Нет карт. Мы после тяжелого поражения, у нас очень мало ресурсов отстаивать свои интересы. И у нас плохо с субъектностью у обоих государств. Вот эту субъектность надо создать. Надо создать управляемые структуры, которые могут попробовать начать поднимать ситуацию из того места, где она находилась, и пытаться каким-то образом начинать защищать свои интересы. Когда вот эти две вещи пройдут, во-первых, будут субъектности, а во-вторых, будет более или менее понятно, вот где мы находимся, тогда поговорим. Դուք տեսնում եք այդ խնդրի գիտակցումը հայկական ռեկավարության կողմից։ Չեմ ասում գործողություններ, որովհետև հասկանալի է, որ այսօր կարծում եմ ի վիճակի չենք մենք այդ գործողությունները անելու հոգեբանորեն, բայց գոնե գիտակցումը դրա անհրաժեշտության։ В разных частях государственного аппарата по-разному, я не буду говорить фамилии, людей, которые это понимают, я знаю. Если говорить об институционально, если говорить об Армении, Аня, я же скажу об Арцахе тоже, если говорить об Армении, у Армении институционально, то есть у власти Армении, другие заботы сейчас. Это забота сохранения власти, это забота удерживания той ситуации, которая есть в рамках какой-то понятной ситуации, это забота выживания и какого-то первичного оформления каких-то типов легитимности. Легитимности я не имею в виду бумажной, юридической, а ну вот после проигранной войны власти должны каким-то образом рестартировать это все. То есть это забота властей. Параллельно, конечно, карабахский вопрос является частью этого всего, но я бы не сказал, что он является центральной частью, потому что... И, в общем, я отнюдь без сарказма, правда,
вот как удержать это другой разговор, но государство надо удержать. Мы знаем такого рода случаи, когда государства разваливались в результате проигранных войн. И много таких случаев мы знаем. В случае Арцаха. В Арцахе сейчас, ну, понимаете, там совсем недавно прошли выборы. И эти выборы, которые прошли, они прошли в совершенно другой реальности. И те люди, которые приходили к власти, они пришли для другого совершенно. И тут перевернулся мир, и Арцах сейчас, ну, как минимум двухголовый, я бы сказал. То есть там реальная власть и формальная власть, она принадлежит разным людям, структурам, как угодно. И плюс к этому безопасность Арцаха обеспечивают теперь не, как бы так вежливо сказать, армянские силы, я же по-русски говорю, а русские. И контактировать с русскими – это тоже отдельная задача. То есть это опять попытка. Там есть люди, которые понимают, не потому что Арцах все умнее, чем армяне Армении, а просто потому что понимают прямая угроза. Да, тут понятно. И в этом смысле тоже это нужно просто осознавать, и нужно работать, и тогда каким-то образом оно устаканится, и тогда можно будет идти вперед. Им харцеры хэнс драмасинен, вор хнаравор энтханапес հետ բերել Հայաստանի կարգավիճակը որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր, ինչ քայլեր պետք է անել այդ ուղությամբ։ Եվ ընդհանրապես ինչ հարաբերություններ են լինելու Հայաստանի ու Արցախի միջև, չխոսենք աշխարհի տարբեր մեր հարևանների մասին, Ռուսաստանի մասին, այլ կոնկրետ Հայաստանի ու Արցախի միջև հարաբերությունները ինչպես են կառուցվելու։ Да, изменилось. Всё изменилось. Много чего изменилось. Армянская граница, под словом армянская, я имею в виду оба армянских государства, с Ираном протяженностью почти 150 километров и протяженностью 40 километров, это очень разные вещи. Армянские государства с Джебраилом, с линией, проходящей по Джебраилу, и с линией, проходящей по Капану, это очень разные вещи. Изменилась размерность. Мы были ключевым, довольно важным государством региона. Мы много в чем Армению трудно было обойти. Это мы потеряли. С другой стороны, никогда не говори никогда. Я старый уже. Я помню 90-й, 91-й, 92-й, 93-й годы, когда не было... И помню 94-й. Я 4-й тоже, конечно, да. Я 88-й-то помню, да. И более того, я 85-й помню, да, когда вообще, я боюсь, что тогда, если бы вы останавливали на улицах Еревана людей и спрашивали бы, что такое Арцах, ответил бы один из тысячи. Ну, если историк попался бы. А что такое Карабах и где он находится? Ну, не знаю, может, один из десяти, да? А потом был массовый подъем. А потом эти слова узнали все без исключения. Люди воевали, умирали за это и так далее. Так что всякое бывает, всякое. Соответственно, но я другое хотел сказать. Я сказал, что я помню, когда не было ни Мардакерта, ни Карвачара, ни Бердзора. Про юг уже вообще Джебраил, кто про это думал тогда? Были на границе, Ходжалу не было в какой-то момент, к Аскерану это все подходило и так далее, а потом был 94-й год, всякое возможно. Это по поводу того, изменилось ли, да, изменилось. Второе, что делать? Работать. Я это беспрестанно, вот после окончания войны, после вот наступление той аномии, которая у нас, говорю, что надо делать в карабахском вопросе, абсолютно понятно, совершенно. Работать, тяжело работать, каждый драм, каждый человек, каждая компетенция, каждый дипломат, каждая компетентность человека, каждый член аппарата, каждое институциональное звено, работать, находить компетентных людей для того, чтобы они делали в том, в чем они делают свое дело. Чтобы каждый, я не знаю, Калашников, и каждый автомобиль, и каждый, я там не знаю, электростанция, чтобы вот менеджмент, чтобы осуществлялся, строить иерархию, строить, привлекать правильных людей, рассчитывать не на лояльность, а на компетентность, и так далее. Работать, собирать по камешку армянское государство, как это делалось в 1994 год. Вот это надо начинать делать. Не рассчитывать на быстрый успех, это работа на поколения.
Это не то, что мы поменяем Пашиняна, Кочаряна, я не знаю, кого-то Петрусяна на кого-то другого, на Полусяна, Петрусяна, и все изменится. Не изменится. Строить партийную систему, строить парламент, строить осознание, работать с аналитикой и так далее. Работать. Возможно ли и каким будет взаимодействие, последний, третий вопрос, да, воздействие Армении и Арцах. Не может быть так, чтобы Армения и Арцах стали совершенно чужими друг другу. Так случится, чтобы я ездил в Арцах как совершеннейший иностранец, так случится, понятно, да, любому арцахцу, или любому, и чтобы арцахец приезжал сюда, и он был совершенно, вот точно таким же он был бы, как бы голландец или суданец, что приехал. Так не будет никогда. Это сообщающиеся сосуды. У нас есть динамика, у нас есть падение, вот этот маятник интереса, озабоченности и так далее этим вопросом, но маятник уйдет туда, вернется обратно, потому что, повторюсь, сделать так, чтобы армянин Армении в Арцахе воспринимался бы как туркмен, а арцахец в Ереване воспринимался бы как я не знаю, киргиз, это вряд ли произойдет. Они могут очень не любить друг друга, между прочим, но они воспринимают друг друга как своих. Это базис для того, и уже у этого есть история, да, это не просто базис такой этнический, в принципе, я когда еду в Ростов, я тоже там себя могу чувствовать своим среди армян, да, но тут есть еще и традиция последних 30 лет, и эту традицию надо продолжать, надо вытаскивать, и в частности, например, вот такого рода разговорами. Мы единое целое. Если это общее культурное понимание будет оставаться, то на политическом уровне оно отразится обязательно, а на политическом уровне работать надо, надо осознавать это как проблему, и с этим работать. Պարոն Իսկանդարյան, վերջին ձեր հարցազրույցներում դուք անընդհատ շեշտում եք, եւ իմ կարծիքով, եթե թույլ տաք ընդհանրապես իմ կարծիքը հայտնել, որ դա միանշանակ ճշմարտություն է, որ մեր որպես ազգի ընկալումները եւ որոշումները գոյություն ունեն միայն էմոցիոնալ դաշտում, չկա ռացիոնալիզմ։ Իսկ իշխանության խոսքը եւ ներկա եւ անցյալ իշխանությունների մասին է, նրանց որոշումներում որքան դերակատարություն ունի եւ ուներ ռացիոնալիզմը։ Вы знаете, да, я так говорю, много говорю, потому что мне это кажется, во-первых, мне кажется, что это правда, что это так, во-вторых, мне кажется, что это проблема. Жить в эмоциональном мире нельзя, ну, по крайней мере, если у тебя нет, я не знаю, мамы, которая от того, что ты забьешься, да, на полу в истерике, она погладит, вытрет слезки и даст конфетку, нету мамы. А вот те разговоры, которые бесконечно ведутся в Армении, о том, вот, что маму надо бы найти, надо бы просто... Проблема в том, чтобы найти маму. Это Россия, это Америка, это я не знаю, кто, в общем, скандинавские военнослужащие. И они придут, мы им залезем на табуреточку, прочтем правильно стишок, и они нам дают конфетку. Не дадут. Вот уход от эмоциональности в рациональность – это уход во взрослость. Мы молодое общество, мы как нация очень старые, как народ, как культура, мы безумно старые, в мире мало таких старых наций, а как политическое общество мы очень молодые, и мы верим все время в то, что придет кто-то, личность, и решит проблему, не я, а кто-то придет решить проблему. Мы сначала надеялись на интеллигентность и интеллектуальность наших властителей. Вот тогда, в 88 году. Такие ребята образованные, каждый по 10 языков знает, все доктора наук, все так здорово. Они придут и чего-нибудь придумают. Пришли. Ну вот, наелись интеллектуальности. Потом выбрали другого, который такой твердый, такой жесткий, такой мужественный, такой воинственный, такой вот прямо вот мачо, что он решит эти проблемы. Мы твердо выстоим перед всеми трудностями, выстояли. Потом пришло время консенсусности, и тем, и этим, и комплементарности нашим, и вашим, и попробуем как-то там чего-то... Отлично, опять же, тоже прожили, наелись. Потом надоело и это, честного мы честные, теперь нужны честные, пусть он ничего не умеет, честные пусть будут, они честно все сделают, и все будет хорошо. Это все эмоциональный подход.
пока мы не перейдем к рационализму, к тому, а что надо делать и каким образом надо делать. Это трудно ведь очень. Это тяжело думать таким образом, что виноват не кто-то, не Тер Петрусян, Кучарян, Саксян или Пашинян, а я. Я лично. Вот это должно пройти. Это опыт истории показывает, что это обычно длится долго, это длится поколения. Те люди, которые достигли этого в развитых демократиях, в развитых политических системах и так далее, они через такие ужасы прошли, через которые нам и не снилось. Там Великобритания 17 века больше похожа на современный Афганистан, чем на современную Великобританию. Тем не менее, вот добились. Вопрос о том, есть у нас 300 лет или нет, но это уже другой вопрос. Соответственно, эта эмоциональность, мне кажется, нужна. Что думали и рассчитывали политики все? Опять же, я не хочу говорить о личностях, я вообще этого не люблю очень делать. У них есть рациональность, только это другой тип рациональности. Они в рамках, например, в рамках сохранения власти, в рамках разделения сегментов, в рамках достижения каких-то целей внутренних, да, они достигают своих целей и мыслят в этом смысле очень часто рационально. Иногда приходят как эмоциональные, на эмоциональных дискурсах, а потом начинается рациональность. Тому есть миллион доказательств. Вспомните отношение, предположим, к России наших нынешних лидеров до выборов и сразу после выборов. Ну, это же рациональное решение, да, вот люди, которые говорили, что Евразес это исчадие ада, и ОДКБ это вообще, черт не знает что, и придя к власти, они сказали, что мы с детства без Евразеса жить вообще не могли, вообще мечтали о нем всегда, и так далее. Это проявление рациональности, но это проявление рациональности в том, что нужно и интересно этим людям. Проблема не в личностях. Если общество будет посылать политическим элитам запрос на то, что нам нужно то-то, то-то и то-то, как было в 88-94 году. В обществе был гигантского размера социальный запрос на то, чтобы решить карабахскую проблему. И была выиграна война, которую, давайте называть вещи своими именами, выиграть было нельзя. Практически невозможно. Чудо было. Просто вот война античного свойства это была. Илиада какая-то. И ее выиграли, потому что в обществе был запрос. Сейчас проблема не в том, что наши власти стали хорошими. Запрос на хорошие власти, запрос неверный. Не бывает, поверьте мне, скажу еще одну гадость, да? Не идут хорошие люди в политике. Хорошие люди в священники, наверное, идут, я не знаю, во врачи, в медсестры, еще куда-нибудь там, я не знаю, в культурологи. Не идут хорошие люди в политике. Политика очень специфическая область. Но люди поступают в политике таким образом, который тем карт-бланшем, который им дает общество. Общество, которое говорит: дай мне мои, я не знаю, 50%, оно будет добиваться эти 50%, потеряет и Арцах, и 50% тоже. А общество, которое сформирует свои желания, свои потребности в рамках того, чтобы быть сильным, в рамках того, чтобы иметь будущее, да, вот это общество приведет плохих людей, которые будут хорошие дела делать, потому что им деваться будет некуда. Вот в чем задача. Сформировать потребность общества, общественную. Не я изменюсь, когда у меня будет другой президент, а президент будет другой, когда мы все изменимся. Вот в чем мой посыл в этом. Поэтому мне кажется, что проблема сейчас в осознании того, где мы, на каком краю пропасти мы находимся, и в отталкивании от этой пропасти. Если этот запрос будет сформирован, не беспокойтесь, люди нужные придут. Бесконечное сетование на то, что люди неправильные, неправильное сетование. Я недавно, мы же заканчиваем, да? Я недавно скажу, я знаю, журналисты сами как-то делают так, что заканчивают вкусно, а я попробую, сам не знаю, получится или нет. Я недавно посмотрел, какое было население Афин в древности. Вот людей, которые могли голосовать в Афинах. 70 тысяч человек. И Сократ, и Платон, и кого там только не было. Давид Ашен один.
Вот да, один Давид Ашер, чуть-чуть больше. И Расцвет, и я не знаю, и Геродот, и Ликург, Спартанец, неважно. Вот это все было в таком маленьком, ну, по-нашему бы сказали, в большой деревне или маленьком городке. Нет проблемы в том, что почему в Армении есть стоматологи, а музыковеды, а я не знаю, кто еще, да, там, автослесари, достаточно хорошие ведь автослесари, и стоматологи, и я не знаю, кардиологи, а политики, вот мы на них жалуемся, они все плохие, ну, потому что не дают, нет, конечно, если стоматологи, 20 стоматологов объединятся, и не будут разрешать никому, кроме них, лечить людям зубы, и всех, кто будет приближаться к стоматологии, их расстреливать на подходе, и брать к себе только тех, на кого они заранее согласны, они и сами перестанут быть хорошими стоматологами, и новых больше не организуются. А если будет правильная система обучения, то, что называется, вот, как бы, по-человечески сказать, движение по лестнице, да, служебной, выявление новых талантов, если это все будет построено, появятся правильные люди, и мы пойдем вперед, но это нужен запрос. Սիրելի ռադիո լսողներ, եթե դուք մեզ լսում եք Երևանում, շարունակեք լսել լրատվական ռադիոն, եթե դուք մեզ լսում եք Արցախում, շարունակեք լսել Արցախի հանրային ռադիոն, մենք այսօր ավարտում ենք հաղորդաշարը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հիշեցնեմ, Երևանյան տաղավարում ձեզ համար աշխատում էր Դավիթ Խումարյանը և ես հրավիրել էի Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանին, իսկ Արցախի հանրային ռադիոյի տաղավարից ձեզ համար աշխատում էր Տաթև Խաչատրյանը. Այսօր այսքանը, ցտեսություն։ Կհանդիպենք, շնորհակալություն։